Все, я в эфире. Доброго времени всем. У нас с вами по расписанию проголосовали вы все, что сначала мы рисуем с вами прощение, а потом уже будем рисовать благодарность. Итак, с чего начинается у нас прощение? Ну, во-первых, чтобы вы понимали, да, всегда мы прощаем только для себя. Мы не прощаем, чтобы оправдать другого человека, чтобы и спасти другого человека, чтобы вообще что-то сделать где-то вне нашей системы. Всегда прощаем, и когда мы вообще подходим к этому процессу именно с таким посылом, с таким намерением, чтобы себя освободить для нового опыта, это все происходит, как правило, быстро, безболезненно, можно так сказать. То есть важно дойти до осознания, что я хочу простить не ради другого человека, а ради того, чтобы себя освободить от некой памяти, для того, чтобы эта память не заслоняла новый опыт. То есть, грубо говоря, меня когда-то кто-то где-то обидел, я это хочу простить не для того, чтобы оправдать обидчиков, да. Вот очень часто люди: как я его могу простить, он же пойдет и завтра совершит что-то еще. Не имеет значения, это нас вообще не должно беспокоить, как будет жить другой человек. Я хочу простить для того, чтобы снова довериться. Арчибальд, прекращай тут лазить. Давай, вперед с песней, помощник. Для того, чтобы я освобождаю это место, да, то есть, окей, было и было, я готова пережить что-то по-новому. Все, отлично. Вот именно с этим намерением мы с вами начинаем. И мы будем закладывать в прощение как определенных людей, так и прошлое в целом. И что нам важно здесь сделать? Во-первых, мы с вами попишем, сделаем выброс. Да, прямо сейчас готовим. Вы формируете намерение. В первую очередь мы всегда начинаем с намерения. Какое у нас намерение закладывается? Да? Чувствуем, просто сядьте и почувствуйте, вы желаете простить, возможно, какого-то конкретного человека, какие-то конкретные ситуации, либо вы желаете полностью завершить прошлый опыт, как бы поставить галочку, что это завершено, и открыться новому. Вот я, например, буду делать именно так. Так, сегодня у нас с вами 9-е, ставим дату. И сейчас мы с вами по традиции я ставлю таймер, чтобы вы видели. Угу. Так, я ставлю таймер, что мы с вами делаем? Мы с вами пишем все ассоциации, вот вы закладываете что-то, я закладываю вообще в целом прошлый, да, включая этот год, все завершено, все прожито, все закончилось, если даже что-то не усвоено, я это в намерении закладываю, как я это усваиваю, это будет происходить во сне, на подсознании, где-то через какие-то фрагментарные информации, ну, то есть этот пазл в любом случае ложится, то есть я сознательно, полностью в моменте здесь и сейчас, переживая новый опыт, себя переживая заново постоянно. Арчибальд,
И в таком ключе, собственно говоря, и проживаю. Какие у меня ассоциации? И вот на этот поток, на это мое намерение у меня будут просто идти какие-то ассоциации. У вас будут ваши ассоциации. Мы ни в коей мере это не связываем. Мы ни в коем мере не, ну, как бы не фиксируем свое сознание. О, простить, простить этого человека. Нет, у вас там может и стул. Вы можете написать и стул, и стол, и самолет, и космос, и ключ, и вот все что угодно. То есть это вы не анализируете никак, слова могут повторяться. Техника фрирайтинг, а вы просто пишете без остановки 2 минуты, пока не зазвенит определенный звоночек. Поэтому готовим сейчас листочки. Вы можете писать на отдельном листе. Я всегда пишу на обратной стороне того, где я рисую. Я запускаю. Поехали. Все. Пишем наречия, глаголы. Просто пишем одно слово, существительное. Дочь, я сейчас занята. Так, все, я закрываю. Все, вы можете посчитать слова. Главное, чтобы слов было больше, чем 18. Так, ну у меня тут как бы всегда больше, я даже считать не буду. Так, окей, все, вот мы написали какие-то слова. Мы таким образом просто запускаем наш мозг, то есть мы определенно выделяем определенную тему, формируем намерение, и, собственно говоря, когда мы начинаем рисовать, мы именно в этой сфере, в этих нейронных связях начинаем что-то менять. Поэтому прямо сейчас мы делаем с вами выброс. Вот что вам хочется отпустить, да, может быть, это обида на кого-то, может быть, это какая-то боль, может быть, это разочарование в себе, может быть, это вы в очередной раз загадывали желания, они не исполнились, может быть, в принципе, вам надоело какая-то тематика с эпидемией, с пандемией, там мир какой-то ужасный, давящий, еще что-то. Может быть, вы вообще хотите отпустить, простить всех собак, что они вас кусают. То есть у каждого, ну, я привожу абсолютно разные примеры, чтобы вы не привязывались ни к чему и не ограничивали себя, да. То есть у нас у каждого своя картина мира, своя энергосистема, своя какая-то память относительно разных сфер жизни. Ну, собственно, сейчас я все-таки кота выгоню еще. Как ты сегодня ведешь себя? Скачешь туда-сюда? Иди, скажи, посиди. Блядь.
Поэтому мы с вами делаем выброс. Вы сейчас прям настраиваетесь на свое. То есть вы чувствуете тело, прям вот это негодование какое-то. Раз, два, три. И мы это все выбрасываем на листок нашей бумаги. Настраиваемся. Я накручиваю себя всегда перед этим. Прям накручиваю ту тематику, которая вот я все, я устала, мне надоело. Да, хочется избавиться от этого, хочется сбросить это все, хочется прям фу, чук, и все. И свобода. Ну, отлично. Я поняла, что я хочу как раз. Там, где у меня были какие-то прерывы, я еще так и обвожу. Все, мы с вами начинаем сразу обводить, округлять. Так, округлять я начинаю тонким. У нас сегодня какой-то цирк приехал, прям под окнами выступление идет. Все как надо. Сначала мы просто скругляем с вами. Естественно, ментально мы можем полностью погружаться, полностью, пока рисуем рисунок, посвящать это внимание нашей тематике. Можем и нет, можем вообще, некоторые просто уходят в рисунок, и они вообще забывают даже на какую тему они рисуют, и это тоже хорошо. Оп, кто-то полезло. Дальше мы с вами просто будем прорисовывать некие конкретные вещи. Сейчас мы занимаемся просто скруглением. Как обычно, наблюдаем саморефлексию, что у нас происходит внутри. Я пока эти скругляем, наблюдаем. Новый маркер сделан какой-то не черный, а серый. Интересный цвет. Да, я уже говорила, если вы постоянно нейрографируете, то вы уже знаете, что мы рисуем объекты, мы не просто скругляем, да, мы рисуем объекты целостные. Так наш мозг, он формирует новые программы.
мы не отрывисто делаем, а сразу соединяем в той сфере, которую прорисовываем. Мы можем проходиться несколько раз. Новая жизнь, да? Сцена там представляет новую жизнь. Прощение, когда у нас что-то не получается, когда вы рисуете какие-то рисунки, тематику результата нет. Это универсальная такая, скажем так, программа, универсальный алгоритм, когда мы рисуем прощение и благодарность. Их даже можно рисовать в один день. Благодарность можно вообще, в принципе, с любым рисунком рисовать, с любым запросом. Так, а теперь мы выводим, по сути, сейчас мы выводим все вот эти вот острые углы, которые у нас ни к чему не привязаны, да, тут у меня вот этот вот угол тоже выводится, и мы их начинаем интегрировать полностью в наш лист, да, вот таким вот образом, потом мы это все, естественно, будем, так. Мы просто пока выводим, но потом еще и рисовать будем. Ну, сейчас так вот. Пошли наши рисуночки. Прекрасные. Отпускаем нашу руку. Движется она у нас как бы самостоятельно. Супер просто. Так. Прям именно прощаться. Так, мы пока выводим. Рисуйте столько линий, сколько вам хочется. Туда, куда вам хочется. Чувствуйте. Собственно, я пока оставляю, да, мне вот линия вывела, все, и теперь мы рисуем что-то конкретное, то есть мы прорисовываем круги, и в эти круги мы закладываем определенные, мы можем заложить себя, мы можем заложить родителей, мы можем заложить там мужчину, детей, начальника, какого-то своего бывшего, кого-то еще куда-то. Мы просто пока рисуем круги там, где вам хочется. Так, там, вот сейчас важно там, где вы чувствуете, да, вот без какого-либо сопротивления. Мы сейчас делаем чисто интуитивно, ощущая лист бумаги как некое пространство нашей жизни. Так, прорисовываем.
хотела сразу прорисовать прям. Без промедления. Помимо того, что мы отпускаем, мы можем прорисовывать новое. То есть, если я отпускаю какое-то прошлое, да, или какие-то свои программы, свое поведение, мы же можем не только прощать, мы можем прощаться с какими-то привычками, например. И точно так же это прорисовывать через нейрографику. И вместо этого у нас есть определенный выбор. И вот когда мы закладываем это в рисунок, то есть мозг у нас уже начинает формировать альтернативу выбора. Если я делала по инерции, по привычке привычный выбор, то сейчас у меня будет некая альтернатива. И вот, собственно говоря, мы начинаем закладывать, да? Некоторые вещи не очень ровные получаются. Это окей. Все это выравнивается. Этот круг мне хочется как-то его прям продолжить. Вот они. Мы можем закладывать что-то конкретное, мы можем рисовать потенциальное, да, то есть вот я не знаю все круги какие-то, я знаю прям, у меня что-то там действительно конкретное вкладывается, а некоторые вот, ну, как бы не знаю я, что это, про что это, ну, это какая-то возможность, это какой-то новый опыт. И в целом вот тут мне еще хочется... И по фигурам я заканчиваю. Я, возможно, еще буду что-то дорисовывать, но я сейчас иду в скругление. Скругление, и мы будем с, как бы, каждую фигуру мы ее нейрографируем. Мы ее вписываем, мы ее соединяем с другими фигурами. То, что мы есть желание закрасить полностью, мы красим. Ну и, собственно говоря, я проведу какие-то линии, которые мне хочется провести.
соединять вот таким образом. Можно прорисовывать такие пучковые варианты. Окей. Тут аккомпанементы какого-то цирка. Веселье врывается в нашу жизнь. Чувствуете, что вы чувствуете, когда вот вы прорисовываете все это, особенно если вы подписывали, да, какие-то круги конкретного человека. То есть я иногда прощение прорисовываю на конкретных людей, если я чувствую, что у меня какая-то обида поднялась. Там. И когда вот я прорисовываю определенные круги, я прям наблюдаю за собой. Ухожу я мыслями куда-то, не ухожу.
Раньше часто я хотела бросить, то есть я начинала вроде сейчас, я вот прям так с таким каким-то запалом начинаю рисовать, и дела какие-то сразу, там что-то вспомнилось, вроде это уже не так важно, уже хочется как бы и оставить это все, и я несколько раз прям, можно сказать, себя заставляла дорисовывать рисунки. Ну, это ровно до цвета, вот пока идет скругление, особенно там каких-то, может быть, много бывает скруглений, фигур всяких. Но потом, когда уже цвет носить, уже всегда хорошо. Вот у меня сопротивление, обычно оно вылазит на вот этот маркер. Попался у меня. Такой. Не Но если у вас настроение прекрасное, да, если вам нравится рисовать, то, естественно, вы себя прям настраиваете, да, что все прошлое закончилось, там все замечательно, я встречаю новое, новый потенциал, новые возможности. Это так здорово переживать опыт не в призму своего прошлого, да, не выискивая, а вот тут вот так же было, значит, будет так же, как в прошлый раз, а ты такой же, там, или какие-то слова, и у нас сразу мозг выдает, ага, вот Вася точно так же говорил, да, или там прошлый начальник тоже себя так вел и потом там не заплатил, или... Вот в прошлом году тоже все было хорошо, все пооткрывалось у нас, а потом все снова закрылось, путевки смогли поменять, и зафиксировалась какая-то такая обида на ситуацию. В следующий раз, когда мы можем садиться оформлять путевку, у нас может тупо включиться саботаж. Мы можем долго гадать, почему же это так, почему же. А все достаточно просто. Поэтому мы можем прям настраиваться на новый опыт. Просто вот в этот раз будет просто совершенно, просто великолепно. Так, как нам даже и не снилось. Мы на самом деле не очень смелы в своих запросах, в своих фантазиях, в своих мечтах каких-то. Ну, не все, конечно. Есть уникумы, и это замечательно. Просто представьте, если бы не было фантастов всяких, эзотериков, например, мистиков каких-то, которые мало того, что сами проживают какой-то опыт, они еще начинают об этом смело делиться и приоткрывают нам какую-то грань, в которую, возможно, мы со своим трусливым сознанием никогда бы туда даже не заглянули. А так нам приоткрывается, и мы такие, о, это интересно. И мы начинаем прикасаться к чему-то необычному. В целом, у меня какая-то тема такая, связано, наверное, с расширением границ. Потому что меня прям куда-то вот несет именно допускать. Допускать новое, такое прям вот непривычное, нестандартное. Может быть, даже в какой-то степени необычное, странное. И окей. Я тут прорисовываю какие-то вещи, и пусть это вот это все... новое, нестандартное, пусть оно все сюда и закладывается у меня. Я, в принципе, прям поддерживаю.
все скругляем. Это самая основная часть работы в нейрографике. Скругляем с вами все. Так, видимо, цирк дю солей мне сегодня будет трезвонить тут. Ну ладно. Какая-то радость яркая, фееричная жизнь врывается ко мне. Я выберу относиться к этому именно так. Если вдруг у меня много, я всегда много рисую всяких разных и деталей мне будут. Ну, как опять относительно. Есть девочки у меня, которые тьма тьмущие, по 3 часа сидят. Я как-то еще все относительно, действительно. Так, сейчас одну секунду я налью водички себе. Нарисуем. И если у вас все хорошо с водой, я вам тоже рекомендую ее пить. Вода, жидкость, электролиты, то, что употребляет. Это вот у меня такой, это у меня отношение с собой, кружок такой. И он... в определенном настроении. Можно все, поэтому в субботу, кто еще не в курсе или просмотрел где-то в сторис, в субботу у нас первый эфир будет новогоднего марафона. И вообще марафон, несмотря на то, что вход свободный, он будет очень продуктивным, назовем это так, потому что мы поработаем с эмоциями, поработаем с убеждениями, естественно, мы начнем с целей желаний, с карты желаний, и потом по ходу будем с оттоками энергии прорабатывать разные состояния. Я сделала именно свободный вход в этом году. Все у меня хорошо с финансами, чего всем желаю. Кто захочет, поработает, примет эту
поделится со мной результатами, я буду счастлива. Кто не захочет, тот может и не оценить. Сейчас мы, можно сказать, делаем подготовку такую. Подготавливаем свое пространство к новому. Вот этот большой круг, я даже не знаю, о чем он. О чем он для меня. Мне хочется как-то выровнять что-то. Значит, Йо-ху. У меня прям праздник. Хотя в какие-то моменты, вот сейчас я это воспринимаю как праздник, а иногда меня очень раздражают такие вещи. Я прям могу злиться. Но сегодня нет. Сегодня такое настроение какое-то, праздник. Какие-то гуляния. Я, кстати, чаще всего сначала вверх прорисовываю, замечаю за собой. Не всегда, но чаще. Так,
Я вот обычно люблю вот эти так делать пучки. Этим маркером не получается. Так он чуть-чуть разветвляется, растекается немножко. Поэтому я много закрашиваю. В этот раз. Ну и тоже хорошо. Я поняла, почему я прорисовываю вверх, мне так удобно на этом столе. Вот в чем. Мозг просто делает так, как удобно. Ой, тишина наступила мне во дворе. После праздника отдых. Все как положено. Прощание, да, прощание, прощение и что-то по-новому, потому что, по сути, прощаем мы именно для нового опыта, для того, чтобы себя пережить в новых реакциях, в новом поведении, да, в новом отношении к нам. Также и мы относимся по-новому.
что вы чувствуете. Фиксируйте для себя. Возможно, вы видите какие-то картины, какие-то знаки по ходу, да? Мы в нейрографике все интерпретируем через себя. Здесь нет каких-то понятий, которые можно применять для всех, кроме технических моментов. Все остальные ощущения. Нам должно это нравиться, да? Мы видим какие-то бабочки, сердечки, единороги, открытые двери. И это конкретно для меня что-то может значить. И все такое прочее. Чисто индивидуальный метод проработки. Так. Вот после прощения вы тоже можете прорисовать еще какой-то рисунок, ну, не обязательно сегодня, там, да, а вообще в другой день, потому что это такое нейтральное намерение, которое не перегружает. Так, я завершаю уже практически. Так, вот, собственно говоря, у меня все. Так, окей. Хорошо, все, мы наносим цвет. Мы начинаем наносить цвет.
закрашиваем мы минимум 2 фрагмента. Все остальное тут сколько угодно. Мы можем объектами, мы можем какими-то линиями. В принципе, я буду делать и то, и другое. И мы прям именно смешиваем группу ячеек. Так, давай. Пока мы рисуем, я напоминаю о том, что у нас 4 января стартует курс по нейрографике. Распаковка изобилия. Это все, что касается по деньгам, по состоянию богатства, достатка, позволения. Мы будем позволять себе прорисовывать, делать медитации. Ну и в процессе всего этого будем прорабатывать, естественно, свои ограничения. Поэтому, если вы еще не с нами, можете присоединиться. Будет увлекательно. Там не будет просто такое, ну, как бы тема прощения, что она, тема прощения. В теме денег, в теме богатства у нас будут определенные
теоретические моменты мы будем, ну и мы будем рисовать, естественно. Ну, помимо этого, мы будем еще работать с состояниями, с убеждениями, чтобы это все в комплексе происходило. Интересно, я рисую. Главное, я сюда будущее больше заложила. То есть я прошлое прям не хочется мне как-то туда даже энергии давать. Сейчас я пойду туда. Надо ее все-таки завершить, отдать ему дань уважения.
Я сейчас быстро цвет нанесу и выделю какие-то фигуры и потом еще продолжу, потому что я всегда там еще похожу, посмотрю, мне надо почувствовать цвет. Цвет, когда наносишь, уже всегда как-то так, ну, по крайней мере, у меня всегда уже так интересно, уже как-то так легко. Уже вроде втянулся в процесс, можно так сказать. Уже как-то так прям хорошо.
тут, смотрите, у меня осталось белое, я ничего сюда больше не хочу, и в то же самое время один большой фрагмент. Я просто добавляю нейролинию. Таким вот образом. Теперь у нас группа белая. Хорошо. Простили, отпустили, создали новые возможности. Все-таки у меня вот это вырисовывается как раз-таки та самая фигура, которую я оставляю. Вот ли это? Все, я сейчас буду вносить линии поля.
Это наши силовые линии, вселенская поддержка. Ну, я потом еще поскругляю. Итак, поехали. Линии могут проходить по тому, что у вас уже есть, или где-то по-новому, либо совсем по-новому. То есть вы прям это чувствуете, себя никак не останавливаете здесь. Единственное, что мы после потом это все скругляем. 3, 2, 3, 4 линии мы делаем. Так, мне вот хочется еще то же самое. Все, я сейчас это все дело скругляю. Все скругляем, все новые хвостики наши.
Все, я с прощением на сегодня закончила. Надеюсь, вы тоже. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Видео я сохраню для того, чтобы вы могли его пересматривать, если вдруг у вас есть такая потребность. Я завтра еще обязательно пройдусь свежим взглядом на предмет уголков, на что-то мне может показаться не совсем гладким, ровным. Мне захочется что-то подкорректировать. Я обязательно это сделаю. А на сегодня я закончила. Желаю вам, чтобы ваше прошлое оставалось в прошлом. Чтобы все какие-то тяжести, боли, обиды были использованы в ракурсе опыта. Чтобы это было нашим богатством, а не нашим грузом. Я на сегодня с вами прощаюсь.